В 11 утра из-за удара молнии свет исчез в домах на улице 8 марта, Циолковского, Синчихина, Пушкина и Щерса. Последовавший за грозой ливень остановил движение трамваев от Шишковки до элеватора. Рельсы залило на улице Гагарина. Впрочем, реки наблюдали по всему Улан-Удэ. По колено идут. Скопление дождевой воды откачивают на улицах Балтахинова, Ленина, Советская, Смолина, Набережная, на проспекте Победы. В некоторых местах ливневые канализации не сразу справляются с большим потоком воды. Для ее отвода требуется некоторое время. Сообщить о необходимости откачки луж можно по телефону круглосуточной диспетчерской комбината. Телефоны вы видите на экране. Отметим, что сегодня утром уровень воды в Селенге упал на 4 сантиметра. Подробнее о ситуации на реках Улан-Удэ расскажем чуть позже.